древесина, используемая в изготовлении луков и стрел. Круто. Отрубленный рог гоблина используется в изготовлении оружия и доспехов. Круто. Ну, так. Это что такое? Необходимые для любого воина или искателя приключений. Бутыль с водой. Сосуд наполнен водой. Бросьте его в противника, чтобы облить. Зачем обливать? Обычный сосуд можно кинуть для отвлечения внимания. Керамический кувшин. Талисман, дарующий божественное покровительство. Увеличивает защиту до некоторое время. Так у нас что, общий инвентарь с ней? Сейчас с ним. Или стрела с сильно действующим токсином. Отравленная стрела. На наконечнике. Обыкновенный камень. Можно кинуть для отвлечения внимания. Кусок древесины для разведения огня. Если его поджечь, можно использовать в качестве факела. Нет, ни один у нас этот самый инвентарь на двоих. Ягоды. Эти ягоды растут почти повсеместно, восстанавливают немного здоровья. Подорванного. Все. Мы все обследовали. Вот какие молодцы. Молодцы. Ну как мы бандитов всяких уничтожили. Бандитов. Ничего не светится. Не светится. Ну ладно. Может, конечно, в том кувшинчике что-то ценное. Птичку.
наручника, наверное, подходит. А для нас нет. А жаль. Такая жаль.